Вот она. Быстро, быстро, и она идет. Хватайте ее быстро в машину. Привет, Мариночка. Как в Ялте отдыхается? Где деньги? Какие деньги? Мои деньги при мне. Посмотри у нее в сумке. Шеф, здесь пусто. Где деньги Глебова? Фу, из Глебов. Ты провела ночь с мужчиной, даже не знаешь, как его фамилия? Ой, можно подумать, у мужчины главное его фамилия. У него в номере мой $1 000 000. Ну так ему надо об этом сказать. Так быстро в номер Глебову. Ты и я. Мужики, следите за ней. Ну, баба лютая, на все способна. Это значит, что мы еще сможем выпить пиво. Мне, пожалуйста, Стеллу 0,5. Буди. Пацаны, а вы кто? Тимуровцы. Че надо? Где деньги? Какие деньги? А? Йоу. Ребята, в туалет можно, а? В самое утро хочу. Шеф, дама в туалет хочет. Ладно. Только в моем присутствии. О, начинается. Ладно, пошли. Никогда не слышала, чтобы мужчина так кричал. Нифига себе, погуляли. Блин, как башка болит. Где мой миллион долларов? Слышь, парниша, давай я сейчас посчитаю до трех, и я тебя здесь больше не вижу. Я предлагаю пить в голову. Ой, блин, как болит голова. Алло. Мариночка. А как твои дела? Да вот, еле ушла от твоих мордоворота. Я не понял, о чем ты говоришь. Ты посылку забрала? А посылки никакой не было. Марина! Сука ты, Марина. Ты мне задание сорвала. Ну не смогла я, не смогла. Сука ты, Марина. Да. Нет денег ни у кого. Ни у меня, ни у нее, ни у него. Козлы вы. Ну какие вы все козлы. Ой, мне. Я? Да. Ну что, посылку-то отдал? Нет еще. У тебя все нормально? Пока не знаю, просыпаюсь. Ладно, давай. Передашь посылку, отзвонись. Ладно. Блин. Блин. Блин! Блин. Долбанная жизнь, блин. О, да! Алло, доброе утро. Ты уже проснулся? У меня к тебе 3 вопроса. У меня к тебе вопросов больше. Да, знаю, знаю. Где деньги из сейфа? Ну, если бы они оставались в сейфе, ты бы их потерял, правильно? Ну? Ну, еще неизвестно, что бы с тобой случилось. Ну? Ну что ты все ну да ну? А так ты жив и здоров. Задавай свои вопросы. Я хочу 7%. Я согласен. Где деньги? В депозитном ящике отеля. Мама родная. Здесь 930 тысяч.
70 я отправлю чуть позже обычным маршрутом. Окей, дальше уже мои заботы. Удачи. 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 Ну что, выбирай. На экскурсию, на пляж или ко мне в номер? Только не на экскурсию, не на пляж. Постарайтесь, пожалуйста, в Ялту. Что, скотина старая, напился, да? Ничего не стыдно? Ну, кого сейчас поведем? Ты уже выбрал? Что, всех? Ой, блин. Ты... Кому? Ты... Да! Моня, ну как ты там? Замечательно. Ты, блин, даже в туалет не дашь сходить. Наш курьер уже в Ялте. Его зовут Александр. Ну, по-русски Саша. Он тебя сейчас наберет, ты можешь с ним встретиться? Сейчас? Ты с ума сошел? Кто вечером отдает деньги? Вечером деньги можно только тратить. Договоритесь там сами, но много не трать. Чтоб хватило Александру. Да пошел ты. Ну, блин, оператор маничила. Да может ему раздать. Дублик ему еще. 10 дубликов, блин. 20 дубликов. Ты бы уже на бублики перешел. Дублики ему, муха. Русалок нашел, на граждане, вот тут маничила, что сидит за пультом этого крана, Юра, хватит. Он уже сон. Так достал. Так достал. Ну, это ж невозможно. Это ж просто. Главное, Нептун. Ловите его. Я предлагаю снять пару дубликов с оператора. Юр, ну скажи волшебное слово. Юр, ну скажи, а. Было?